У нас есть 20 одинаковых монет. Монет или мешков? Монет. Ну, у тебя прописано «М», я хочу сказать, что это мешки. Команда Заринска отрабатывает свой бой, который еще впереди. Главная цель – доказать, что 8 своих задач они решили правильно и по возможности раскритиковать решение противника, набрав так необходимые для победы баллы. Задачи непростые, но вполне по силам юным математикам. Мы играем в первой лиге. Они невысокого уровня сложности, однако каждая из них относится к разным разделам математики. Соответственно, нужно быть хотя бы одному члену команды подкованным в разных сферах. Это вызывает небольшие трудности, но также и интерес. Ты в какой сфере подкован? Мне нравится именно алгебра, уравнения. Задачи с разных олимпиад. В основном зарубежных. Есть задачи британские, которые из финала британского. Есть китайские задачи, там всегда задачи другие. Они требуют до числа доводить решение. Есть эстонская, есть одна задачка. Не однотипные задачи, разнообразные, чтобы им было интересно. На решение дано 3 часа, но некоторые справились чуть раньше, поэтому свободное время тратят на тоже важные накануне Нового года дела. К примеру, вяжут. Мне всегда хотелось научиться вязать, и, соответственно, в этом году я начал. И сейчас я просто, во-первых, набиваю руку, во-вторых, соответственно, делаю подарки друзьям. Я себе поставил цель, я всем друзьям, которые будут на Новый год у нас на вечеринке, я хотел сделать по подарку. Победители боев станут известны завтра. Каких-то фантастических призов ребята не ждут, само участие в радость. Но награды будут разные. Полное удовлетворение победой. Там, где начинается приоритет для поступления, кончается некоторая такая духовность. Они имеют возможность попасть на образовательные программы образовательного центра «Сириус» и там совершенствовать свои вот именно математические способности и навыки. К слову, «Сириус» – федеральный центр, работающий с талантливой российской молодежью. А еще победители подобных математических боев годами позже становятся членами жюри и уже сами выявляют победителей, сражающихся за царицу наук, без доспехов и забрал. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.